Юбилейный 40-й открытый турнир по мини-футболу имени Владимира Евсеева состоялся в эти выходные в поселке Артемовские. Он проходит здесь каждую осень и собирает на поселковом стадионе десятки команд со всего края. Наш турнир по своей географии достаточно обширный. К нам приезжали и команды Большого Камня, приезжали партизанские наши друзья. В этом году мы собрали с Надеждинска, Заводского, в Артемовские команды. То есть все, которые представляют футболисты наш артемовский футбол, они собраны здесь, разбиты по разным командам. Все 17 команд разбиты у нас на 5 подгрупп. И следующее будет по олимпийской системе 16 команд. Поэтому сейчас заканчивают мы игры в группах и начинаем турнир по системе плей-офф. Проиграл, вылетел. И мы определим победителя, определим призеров и определим лучших нападающих, защитника, игрока и вратаря. Турнир активно поддерживают и родные Владимира Евсеева. Благодарен всем людям и, конечно, мне приятно. У меня уже самого внук подрастает. Вот он сегодня тоже присутствует здесь, моя дочь с внуком, потому что его папа также принимает участие в этом турнире. Преемственность поколений – это самое главное, что может быть и в спорте, и в жизни людей. Так что я желаю всем хорошей игры и победы, естественно. Возраст участников самый разный. От начинающих спортсменов до ветеранов футбольного движения. Максим Романченко вместе со своей командой «Лазурь» в турнире «Новички». Соперники достойные, показывают хорошую игру. Но есть и завсегдатые соревнований. Команда военнослужащих 22-го гвардейского истребительного авиационного полка принимает участие в турнире уже шестой год. В 2011-м первое место заняли, потом второе место. Ну, немножечко у нас, из-за того, что мы военнослужащие, у нас команда, ну, как сказать, личный состав по командировкам. Поэтому собираемся редко. Наверное, именно поэтому команда «Форсаж» смогла завоевать лишь третье почетное место. Второе место завоевала команда «ТУФ» из города Владивостока, а переходящий кубок отправился к артемовской команде «Пирамида». Полина Еремина, Денис Болтов, Светлана Нурик, городские новости.